На ледовой арене ФОКа имени выдающегося спортсмена Владимира Петрова прошел первый тестовый матч. Было оценено состояние льда, при заполненных трибунах отрегулирована работа вентиляции. Все системы функционируют отлично, сообщает администрация городского округа Красногорск. Официальное открытие ледового дворца запланировано на 30 июня. У красногорских спортивных школ появится дополнительная современная площадка для занятий хоккеем с шайбой и мячом, а также фигурным катанием. В здании предусмотрен универсальный спортзал. Хоккейная академия имени Петрова уже открыла прием заявок от ребят 2014-2007 годов рождения. Заполнить анкету можно на официальном сайте учреждения. Отбор стартует в июле-августе.